Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня секретный наш аккаунт. Я его по чуть-чуть качаю. Нету времени, не успеваю. Очень много контента хочется вам показать. Стараюсь показывать так и то, и то, и то. Ну, скоро выходные, можно будет немножко поднапрячься и показать вам больше видосов. Впрочем, у вас их и так дофигища. Это секретный наш аккаунт, тестовый, который у нас прокачивается постепенно для того, чтобы тестить героев с десяточки, которую я разыграю, когда все дотестирую. В общем, что мы сегодня получили? Такие вот плюшечки, несколько акций я позабирал. То есть сегодня мы трешуем, как обычно. Получили мы недостающих некоторых героев. Командорка. Ее у меня не было. Ну, здесь топовые герои тоже постепенно собираются. Надо дочесть себе. Так, кто у нас еще? Кого у нас еще по героям нету? Гарнизоны я попрокачивал, пооткрывал. Как видите, дофига героев нет. Сейчас мы пооткрываем карты и пооткрываем героев. То есть получим. Ну, конечно, самое печальное, что очень долго придется нам ждать Зефирику. Здесь на этом тестовом аккаунте у меня есть некоторые идеи по поводу этого ака, потому что как бы основной аккаунт у меня собран чисто, знаете, для силы, для топа, а этот аккаунт можно качать как хочешь. Ну, мы тоже можем свободно выйти в топ дальше. Так, забрали мы плюшечки. То есть, как вы знаете, на этом сервере можно получить топовых героев. Посмотрите, какой аккаунт слабенький. Не напрягаясь. Так, отлично, докачиваем командорку до десятки. У нас тут еще такое есть, недокачанный Анубис. Так, трешуем. Много скинов у нас еще закрыто. Ну, всему свое время. Так, отлично. Поехали, пооткрываем плюшки. Еще посмотрим, что там у нас есть. Так, отлично. Еще карты получили. Ну, сейчас мы пооткрываем карточки и посмотрим. Я пооткрывал сундуки. Как видите, вот 30 тысяч книг. Посмотрите. То есть тут все есть для прокачки героев на максималку. Ну, кроме, наверное, 30-х прорывов. То есть все есть. Скины зданий, кстати. Идем посмотрим, что там у нас по зданиям творится. Здания тут тоже, в принципе, некоторые. Ну, большинство уже на максималку вкачано. Такс. Сейчас пораставляем талантики. Кулаков хватает, с ресурсами проблем, скажем так, нет. Так, на героев девятки у нас хватает, но мы пока девятки смотрителей я тоже не качаю. Поехали. Открываем карточки, подостаем всех недостающих героев. Так, тыковка, друид и смерть. Поехали, смотрим, есть они у нас, нету тыквы. То 100%. Вроде у нас не было. Друид. Смертушка. Друида открываем. Тыковка. Где там у нас, блин, эта смертушка? Она, по-моему, щальный с Анубисом. А, сразу три героя недостающих. Поехали, открываем их. Нам надо накачать такую же силу, как и на десяточке. Для чего? Для того, чтобы у нас 6 арктик уже. Чтобы мы были в равных, скажем так, силовых условиях. То есть титул очень влияет. То есть для теста у нас должны быть плюс-минус равные аккаунты по силе. Так, отлично. Поехали дальше.
Чик. Сноу. Давайте еще эти подкрываем. Сноу, Купидон. Блин, недостающие герои, тьма. Так, давайте открываем кубчика. Питона открыли, его тоже не было. Я не хочу, знаете, так, чтобы повторок не было. Так, дерево тоже открываем. Дракулу, дерево Дракула. Кинди. Окей. Так, Дракула. Дерево. Вот так вот собирается налегке. То есть, ну, тут, конечно, много лишнего я набрал, но можно намного дешевле все собрать. А, так, есть, отлично. Смотрим дальше. Сноу. Снова открываем. И двигаемся дальше. Смотрите, какие герои, блин. На русском сервере это нереально, честно говоря, так быстро собрать все. Так, окей. Поехали дальше. Поехали дальше. Стартуем. Так, призрачный, ведьма, Ронин, малышник. Посмотрите, сколько героев, сколько повторок. Фрэнк. Ну, короче, поехали. Поехали, будем сейчас искать всех. Это нереально, дофига героев. Так, Фрэнк, малышник, ведьма. И Ронин, по-моему. Ронина тоже у нас нету, да. Поехали. Так, ведьма. Есть. Малышник. Ронин. 11 ронинов, я офигею. Так, сердцеедку надо будет, Хрона глянуть, Рину. Фрэнк. То чувство, когда у тебя дофига героев, а ты не знаешь, кто у тебя есть, кого у тебя нет. На бездонатных или там начальных аккаунтах совсем все по-другому. Так, сердцеедку надо открывать однозначно. Сердцеедка. Рино. Призрачный. Так, героя. Призрачный. Сердцеедка. Ну, как видите, то есть можно набрать нормально сундуков замка и не париться. Так, Ирину. Пооткрывать карты, из карт вы получите всех вам недостающих, а потом можно подождать там неделька-две и собрать по 5 баксов. Здесь продают топовых героев, то есть это не есть проблема. Так, окей, отлично. Ниндзя, Руксбейн. Так, некоторых мы сможем докупить за КГшки, если что. Окей. Поехали, так, пробежимся. Ну, вроде всех пооткрывали, тех, кто был. Поехали дальше, ребят. Открываем топовые третьи карты. Так, Афина, Бигфут, Заклинательница, Фрея, ПБшка. Ну, то есть тут Рибит. Так, Рибита однозначно нету. Заклинательницы тоже. Заклинательница, Рибит. Так, ПБшка, Афинка. Бигфутик у нас есть. ПБшка, Афинка. Так,
Вот так вот, Башка и Финка, поехали. Знаете, плохо, что нельзя как-то увидеть, то есть приходится так проверять. Так, и ПБшка. Так, отлично. Смотрим. Так, некоторых мы сейчас понанимаем. Некоторых придется ждать. Поехали. Некоторых героев, ребят, можно нанять за КГшки вот отсюда. Вот легендарные. Вот, например, раз, паладин, два, суккуб, три, ниндзя, четыре. Остальные вроде у нас есть. Вот. Я не помню, паладин есть, сейчас глянем, вроде тоже нету. Так, ниндзика точно нет, суккуба точно нет. Где наша химка? Ее тоже нет. То есть, как видите, много героев можно купить за КГшки. Правда, это неоправданно, если вы без донат. Так, паладина мы можем вытащить, открыть сейчас. Все, остальных у нас всех пока нет. Но уже посмотрите, 68. Я открываю пока всех, но я всех качать их не буду. Так, окей, отлично. С этим разобрались. Поехали посмотрим, что у нас по ресурсам творится. 51 монета. Потом у нас сегодня что-то за монеты есть. Сегодня дискаунт стор. Отлично. 6 у меня есть Holy Conviction. За 12 продают. Это, кстати, неплохо. Ху-ху-ху. Минус 90, ребят. Ну, я думаю, блин, стоит это забирать. Смотрите, за один самик. Это просто, ребят, это просто подарок. Что вы на это скажете? Читерство, читерство, да? Ну, это тоже стоит забирать, это стоит забирать. Ну, карты смены мне нафиг не нужны за самые, как бы, ну, книжечки. Вот опять же, пробуем, давайте попробуем. Ну, куда эти монеты девать? Вот тоже минус 60%. Почему бы и не забрать? Раз. Ну, давайте бессмысленно забирать шестую сумку. Давайте еще. Ай! Зря я нажал, поспешил. Давайте так потрешуем. Ни одном же топовом аккаунте. Жесть, ребят! Это просто жесть, как прет. Посмотрите, сколько мы плюх получаем, по сути, за вообще за копейки. Топ, топ. Эмблемки вообще супер. Вот что значит мега удача. Скин на Огника. Ну, давайте попробуем выбить хорошую скидку. Если получится, конечно же. Минус 50%. 2500. Надо сейчас глянуть, или у меня там надо оно. Давайте уже. Все так откроем. Так, Апекс кристаллы забрали. Это тоже забрали. Сейчас я гляну скин. У меня делается по скину на Огника. Вроде он тоже собран на максималку. Да, есть. В общем, так вот, ребят, вот такой вот трешечок, жесткий трэш получился у нас два раза по минус 90. Это, конечно, нереально круто. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.